Ранняя весна заставила сотрудников МЧС проверить толщину льда на Волге и Суре. С каждым днем выходить на реки и озера становится все рискованнее. Толщина ледового покрова на Волге варьируется от 12 до 26 сантиметров. Самый опасный лед в районе Чебоксарской ГЭС, а также рядом с деревней Курочкино Козловского района. Сура опасна неподалеку от города Шумерля, села Порецкое и близ железнодорожного моста города Алатырь.